если говорить о Новом годе, то превратное у нас представление о том, что наступает, кстати, не 1 января, а 28-го, год Красного Петуха, с этим связывают пословицу, что вот Красный Петух, это связано с какими-то революциями, пожарами. На самом деле, согласно китайской традиции, 2017 год – это год красноватой или розовой курицы, это женский год. Ну, не знаю, можно ли считать, что женщины будут очень большим влиянием пользоваться. Наверное, это так. Все-таки для женских лет восточного календаря, наверное, все-таки большая роль женского начала, либо они за кулисами принимают участие в разработках политических каких-то программ, либо они вылезают наружу вот в такие женские годы. В принципе, этот год считается все-таки консервативным годом по восточному календарю. Много криков, много шума из ничего. И очень часто в эти годы горы рождают мышей. Вот такая пословица как раз применима к многим годам петуха. Давайте мы вспомним, что вот на предыдущие годы петуха ничего такого супер страшного, ну кроме криков и шума, ничего такого страшного не происходило. Даже вот смотрите, 2005 год, это год петуха. Ну да, вот в 93 году единственный был тоже год петуха, была стрельба по Белому дому, которая очень быстро закончилась. Не привело это к гражданской войне. 81 год, да, тоже вроде конфронтация была между советским блоком и Западом, но тоже ни к чему такому не привело. И 69-й такой же, кроме острова Даманский, ничего не было. Ни 57-й год, были крики, был пленум ЦК, якобы заговор Хрущева при помощи там маршала Жукова, Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шипилова. Очень часто в годы петуха или вот курицы, вот как сейчас, наоборот, это годы миротворчества. Мирные инициативы побеждают в конечном итоге. Что в 93-м году, смотрите, да, по Белому дому стреляли, но ведь в конечном итоге приняли Конституцию в этом же году, которой мы пользуемся до сих пор. 45-й год, смотрите, это тоже год петуха или год куриц, правда, голубого петуха или голубой курицы. Это год окончания Второй мировой войны. Подписали мирный договор, Потсдамская конференция, которая подвела итоги Второй мировой войны. Смотрите, мы до сих пор, мир живет по итогам этой вот Потсдамской конференции. Да, ничего страшного в годы петуха, ну, за редким исключением конфронтаций, не происходит. Поэтому давайте мы не будем бояться, как у нас говорят сейчас, что вот годы петуха всегда страшные, ничего подобного. Криков много, а итог, в общем, это мирное урегулирование конфликтов. Хотя, конечно, это дается не всегда просто и с большим часто трудом. Но по другому циклу, по персидскому календарю, они, кстати, расходятся между собой, хотя, в общем, они где-то близки, взаимодополняют друг друга. Наступает 21 марта, год верблюда. И вот это очень интересный год, потому что в нашей стране он очень часто был связан с выбором нового пути. Верблюд, который прокладывает дорогу через пустыню к оазису, для нас являлся источником новых надежд. Вот как правило, если посмотреть, раз в 32 года, а календарь 32-летний, раз в 32 года народ был вдохновлен новыми надеждами. После какого-то периода необновляемого руководства происходило нечто новое. Вот смотрите, 32 года назад, 1985 год, это приход к власти Горбачева, который сменил всю информацию прошлого. И фактически мы сейчас живем постперестроечное время. Перестройка началась с этого времени и продолжается до сих пор. До этого был 1953 год. Это год, когда умер Сталин, сняли Берию и новая формация, которую потом стали называть эпохой застоя, хрущевско-брежневская. Ну и, наконец, 1921 год – это год НЭПа. Представляете, что именно в начале этого года ввели новую экономическую политику НЭП, который... Конечно, его быстро сменили там через десяток лет, даже меньше 10 лет прошло. Но, тем не менее, в это же время выдвинулся Сталин и вся его команда, которые правили 32 года. Вот вам, пожалуйста, периоды, которые я могу назвать ближайшие, навскидку, годы верблюда. У нас, следовательно, это год выбора нового пути. Прежде всего, в экономике, новой экономической программы. Кстати, между прочим, 96 лет назад год верблюда совпал с годом петуха.
они совпадают раз в 96 лет. Следовательно, для новой программы, которая с успехом может победить и которой очень трудно противостоять будет, которая может поднять любого инициатора этой программы, как в свое время подняло Петра Первого, такой же год верблюда был. На гребне волны в свое время поднялся Сталин, на гребне волны поднялся Горбачев, не смог ее, правда, удержать. И тем не менее, вот тот будет лидером, тот будет любим народом, и не только народом, тот станет лидером вообще практически во всем мире, кто воспользуется вот этим ближайшим годом верблюда. Он может довести караван до оазиса, и за это благодарные потомки поставят памятник. Вот вы знаете, скорее всего, наверное, Трамп все-таки он это сделает, потому что у него появляется отличный шанс переформатировать Америку, новую экономическую программу для Америки построить. Но, между прочим, таким же можем быть и мы. Кстати, между прочим, если говорить о верблюде, вот среди политиков современных, единственный верблюд, которого я знаю, среди мировых лидеров, это китайский лидер Си Цзиньпин. Он родился в июне 1953 года. Следовательно, у него есть прекрасный шанс этим воспользоваться. Воспользоваться временем, объявить новую некую экономическую программу, воплощая китайскую мечту и, в общем, как бы до этой гребни волны подняться. Так же, как у нас в мире 2016 года смог подняться Владимир Владимирович Путин. Потому что уходит год Барсука, а он родился в этот год Барсука, и он оказался на гребне волны в течение года. Ему действительно фантастически везло. Вот, в общем, это можно сказать, что следующий год верблюда будет не только верблюдом, конечно, везение, а тем, кто сумеет воспользоваться ожиданием народа на лучший путь. Вот кто предложит лучшую программу экономическую, ясную, понятную народу, людям, и которая дает возможность им существовать действительно так, как они считают, что они достойны существования, у тех будет прекрасные возможности на этом подняться, заработать себе огромные очки и, в общем-то, войти в историю навсегда. А что может ждать Владимира Путина как раз в наступающем году? Ну, я думаю, что он, рожденный под знаком Весы, он будет, в общем, пользоваться всеми привилегиями прошлого года, у него есть возможность все это вести дальше. По крайней мере, хуже у него не будет. Он может это удержать. Но самое главное сейчас удержать этот пик, эту вершину тех возможностей, которые он получил в год Барсука, в который он родился. Я предполагал и говорил в вашей программе, так оно и получилось, как видите. Следовательно, все люди, которые будут так или иначе понимать, что сейчас пришло время перемен, у них появляется прекрасная возможность. Это время реформаторов. Верблюд-реформатор. Но, правда, это реформатор, который опирается на собственные силы. Потому что он горбы несет на себе. Свои собственные горбы несет на себе. Тот, у кого есть запасы, команда, вот те побеждают. У кого нет команды, те не побеждают. У Трампа все возможности. У него и запасы, миллиардные состояния, и команда. Команда меньше, но достаточно большие. И у него есть все шансы. Сейчас вот переформатировать Америку. А вот что ожидает лидеров Евросоюза? Там вот во Франции, кстати, грядут выборы. Я ждал такого вопроса. К сожалению, большому, для того, чтобы ответить конкретно на этот вопрос, мне нужно знать точное время рождения этих лидеров. А никто из них мне это не сообщал. Ориентироваться же на какие-то астрологические сайты, где иногда публикуется время рождения, я не могу. Потому что они могут слить туда совершенно неправильную информацию. Это все равно, что вы пришли к врачу и вместо своих анализов принесли анализ своего, допустим, бойфренда. И будет правильный результат. Но результат будет относиться к вашему бойфренду. Понимаете, да. Это будет его диагноз. Это не касается вас. Поэтому, если неизвестно время рождения, как вот у Клинтон, Хиллари, не было известно времени рождения совершенно. По одним источникам она родилась в 8 утра, по другим в 8 вечера. Ну, с точностью, да наоборот, можно было ей сказать. Поэтому я и ничего не мог говорить. Вот кто-то из них, Германию не знаю, потому что не знаю, кто будет выставляться на выборах вместе с Ангелой Меркель. Знаю, что она родилась под знаком рака 17 июля. А вот во Франции примерно известно, что это будет Франсуа Фийон и это будет Марин Ле Пен. Вот два. Практически лидера. Саркози ушел. То нынешний президент Франции Франсуа Олланд, он
очень мало шансов. Но если чудо не произойдет, и кто-то из этих там, оба они не откажутся, Ле Пен и Фион, ничего такого не будет. Ну вот здесь может сработать эффект так называемого восьмого знака. Есть такое правило, очень часто срабатывает среди политиков. Это мое, я обратил на это внимание, что если выдвигаются два человека, один из которых родился под восьмым знаком для другого, ну, почитайте, свой берите как первый знак, и вот если будет восьмой знак, то, как правило, представитель восьмого знака побеждает. Вот это правило такое работает. Очень давно на это обратили внимание, я это правило воскресил. Смотрите, вот выборы на Украине, давние выборы, не теперешние, а давние выборы на Украине, когда Юлия Тимошенко выступала против Януковича, вы помните. Все думали, что будет там Тимошенко, а на самом деле вот эффект восьмого знака. Она стрелец, он рак. Победил рак, восьмой знак. Нынешние выборы в Соединенных Штатах Америки. Хиллари Клинтон – скорпион, и Трамп – близнецы. Восьмой знак Трамп. Кто победил? Трамп победил. Теперь следующий. Выборы во Франции. Если будет Ле Пен и Фион, тогда что может быть? Фион – рыба, 4 марта 1954 года, а Марин Ле Пен – лев, 5 августа 1968. Время неизвестно ни у того, ни у другой. Ну вот, скорее всего, победит Фион, потому что он восьмой знак, он рыба. В 80% случаев это срабатывает. Ну, в редких исключениях, может, не так, если, конечно, особое время рождения. Вот. Ну, вот с большой долей вероятности об этом можно сказать. Насчет Меркель не знаю, потому что кто там вот, против нее будет выступать, не могу этого сказать. Пожалуй, что год петуха будет очень скандальным годом. Год приблуда будет, наоборот, не скандальным. Наоборот, будут побеждать прагматики с командой, у кого есть на что опираться, с опорой на собственные силы. Все вместе можно сказать, что будет очень много криков, много шума, но побеждает сильнейший, побеждает тот, у кого много запасов и хорошая команда. Кто молчит, но делает свое дело. Вот тот победит. Понятно. Спасибо большое.